Dame a panové, kurvičky potratové, moji milovaní fauškové. Pokračujeme, kde jsme minule skončili v metru. Ну что же вы? Идите, идите. Иди, Артём. Как только меня починят, я сразу тебя найду. Даже соскучиться не успеешь. Ой, как все уполне вертим. О-хо-хо. Ты моя курвичко-козата, которая мне указала свой козичко. Ну идите, Артём. Медицинских показаний вас задержанных у меня нет. А вот работа есть. Не смотри. Иди, Артём. Что там, папа? Что? Не видно тебе. Ничего. Да разве поймешь? Хорошо. Вроде из восьмого. Точно, из восьмого. Семецкий. Could we not meet? Туне? Окей. Кто-нибудь! Эй! Дрежу голос. Мертвола, курва. Не стойте здесь, опасно. Вам это так не пройдет. Я совершенно... Пройдем это сзади, колем. Значит, про перчатки и маску я вам больше не напоминаю. Да-да, это я знаю. Очень хорошо. Дальше измерение температуры каждый час. Он не без ноги. Каждые 3 часа. При выходе Пен чули. За среднее значение, если меня нет рядом, немедленно назад. Не стойте на проходе. Не стойте, но когда-нибудь... Вы смогли выделить возбудитель? И да, и нет. Это какой-то штамм вируса или коронавируса. Сюда нельзя. Пойдемся, нет смысла. Он уже практически утратен вероятность. Без исходного образца. Доктор, вы же знаете, я не медик. Поясните. Прошу прощения, полковник. Факты таковы. Первые 2 дня смертность составила 95%. На третьи 25%. Сегодня новых зараженных лишь 2. И у них болезнь протекает в легкой форме. Прогноз благоприятный. Так вы же и тады нам была. В естественных условиях не встречается. А в исконной среде обитания он способен убивать гораздо дольше. Так что это все значит? Это не простой вирус, а боевой. Измененный таким образом, чтобы в короткое время после заражения местности вызывать... Я глотаю вам до пичи чекап! А затем... Курва! Проклятие! Откуда же он взялся? Еще до войны я слышал о разработках нового поколения бактериологического оружия. На ура! Не задерживайтесь, гордим все. Мне то přijde strašně hlasité, kurva. Trošku to uberu mě, kurva. Kurve uši. Oni pičo! No jasně, že můžu projít. Же. Вот пора. Говорили. Они стреляли. Каждый день. Каждый день. Сколько можно? Сейдем эту долу. О! То си возьму. Pomaloučku. Pomaloučku. Проходите, здесь нельзя. Jo, projdu rychle, dobré, neboj sa. Si vezmu, rychle. Артём, я здесь.
Рад. Очень рад, Артем, что вы с Анной не заразились. Нам опять сказочно повезло. Впрочем, возможно, это судьба. Наверное, этот темный и впрямь последний. Мы обязаны спасти хоть его. Идем. Ну, поймите, мне обязательно нужно вернуться. Обязательно. Там инсулин, она же не выживет без него. Видите, еще нельзя туда. Беженцам повезло, что здесь оказались рейнджеры Томилин. Люди Корбута явно не ожидали пулеметного огня. Делай! Курва, ты так помалу идешь. Защитить станцию ганзейцы сами не смогли. Но госпиталь для беженцев организовали. Возможно, это хоть как-то облегчит их участь. Не можем. Начальник запретил до выяснения. Вот наш человек. Вот этого пропустить. На него есть разрешение. Артем, путь нам предстоит не близкий. Так что пополни боеприпасы. Эй, рейнджер, ну что отличный маршрут. В общем, мужики, повезло нам, что тут рейнджеры. Лучшая картечь делается в газе. Подходи, подходи. Ну что такое у вас? В Спарте нет. И я не пойму, в чем их интерес. Да не стесняйся, подходи. Не найдешь. Как от тебя, я еще и скидку сделаю. Отличный патрон, мощный. Очень выгодно получается. С самого начала занимались. Подходи, рейнджер, поторгуем. Такими. Приходи еще. Есть ножи и медали. Так, пойма. Обрати внимание, Артем, какие средства ГАН забросила на организацию карантина. А ведь деньги они считать умеют. Видно, хотят добыть лишний козырь для переговоров. Силочка. В другое время, в другом месте, случившееся могло бы изменить наши жизни. Но для нас существует лишь одно время, настоящее, и лишь одно место – метро. И наш долг – спасти его любой ценой. Нам надо спешить. Мне догонять черт. Аня, сообщить отцу о том, что планета пробуется москвиным. Все остальное – непозволительная сейчас роскошь. Шварко! Буду я пытать на ножни. У нас на выход! Открывай! В полисе начинается мирная конференция. Соберутся лидеры Ганзы, Красной Линии, Рейха. Но я слишком хорошо знаю человека, Артем. Все бесполезно. Войны не избежать. Если не случится чудо. Проходите. Так, двигаясь по тоннелю, поезд с черным мы уже не догоним. Но есть один вариант. Мы покидаем станцию. Вот пропуск. Порядок. В полис идете? Нет, открой межлинейный тоннель. Межлинейник? Но там же тупик. И опасно там. Тупик? Нет, это путь. Путь к судьбе, к будущему. Открывай. Аккуратнее там, с генераторами.
No pojď, kurva, ty jdeš jak hlemíšť, kurva, do píči. Никакой это не тупик, Артём. Просто случайный человек моментально заблудится в этих тоннелях, а еще больше в самом себе. И сгинет без следа, как это случалось не раз. Но мы здесь не случайно. Нас ведет судьба. Так, пойма. Все думают, что метро — это просто туннели, станции. Дело наших рук. Безжизненная и бездушная конструкция. Но есть в метро особое место. Там мало кто бывал, и почти никто не вернулся. Его называют рекой судьбы. Потому что оно может переломить судьбу, смыть тину прошлого и открыть новое будущее. Делай. Если в реку судьбы вступит человек, всей душой желающий получить этот шанс, река вынесет его в место и время, где можно изменить все. Potřebujeme nějaké světlo do píči. No pojď. Kurva, lepší, když jdu sám, ty vole, fakt, s takým hlemíštěm. Pomni, hlavné najti černého. To je jedinstvenné, co nada prosit u řeky. Metro, živé существо, дышащее, обладающее душой и мыслящее. No hurá. To dřív projdu než ty. Co to bylo? Jak ty ses tu objevil do píče? Я. Душаны мертвы. Глухое место. Ну так делай. Čo, oni jsou rychlí jako koti, ty vole! Co to do píče je? No pojme. Mně se to laglo! Ne!
Ne! Mně se to láklo. Kurva!